гостях у Елены. Приветствую вас, дорогие мои друзья! Вы на канале «В гостях у Елены». И сегодня будет рубрика «Обзор покупочек» из фикс-прайса. И вот вам бусинка. Бусь, скажи всем привет. Сюда смотри в камеру. Змей Горыныч. Ой, вчера мне скинула... Не буду говорить о ней, потому что я каждый раз вам говорю ее шалости. Конечно... Но хочу одно сказать вам еще раз, что она не дается нам гладить. Она кусается, ужасно кусается, так больно. Вот, да, бусинка? Так, ну ладно, по этому столу можно ходить, он не обеденный, журнальный. Фикс прайс. И в фикс прайсе есть очень много новинок. Я не все купила, я только покупаю то, что мне надо. Вот, поэтому все подряд я не покупаю. Покупать только нужные вещи. И раньше я покупала вот эти вот резиновые такие, ну, салфетка целлюлозная. 5 штучек здесь. Очень мне они понравились. Сначала думаю, да, так много, 5 штук, я 3 покупаю, да, ну, как бы за эту сумму, даже дороже в Ашане, в Глобусе. Попробовала, мне очень понравились они. И я решила себе купить этот раз упаковочку. Так. Повторила салфетки влажные. Вот, очень мне нравятся они. Понравились влажные салфетки, детские очищающие с первых дней жизни, без всяких разных добавок, без всего. Так. Вот так вот. Частины 2 купили. Повторюсь, что я не мою, не чищу никакие унитазы, никакие ванны, никакие раковины. Это делает мой муж. Стены мы моем вместе. Вообще-то стены мою я. Зеркала я. А вот такими чистящими средствами я могу только мыть фрошем. Вот. Но решили попробовать. Девочки так уж расхваливают. Особенно вот эта частина мне похвалила женщина в магазине. 8 в одном универсал санитарно-гигиенические средства. Дело в том, что я смотрела один, другой, третий. Вот частина, она говорит, возьмите вот этот. Посмотрите здесь, 8 в одном. Зачем вам столько много всяких разных частинов? Вот, видите? И я взяла. Ну, и еще взяла вот этот частин омега-отбеливатель на основе кислорода для цветных, белых и деликатных тканей. Я хочу отбеливание, стирка с отбеливанием, удаление пятен. Знаете, для чего я купила? Мне очень хочется для... Есть такие у меня полотенца, которые консервирую, когда я их постилаю, которые... Ну, такие. И хочется мне их, как говорится, очистить. Вот. Они хорошие, я не выбрасываю. Вот. Их, поэтому, и тряпочки еще для, я этот раз не купила, такие вот тряпочки еще там покупаю, тоже вот я ими буду, а это вот все, вот, уничтожает микробы, грибок, удаляет стойкие загрязнения, устраняет неприятный запах и так далее, вот, это, вот девушка мне сказала, женщина, вот, потому что там их много, она говорит, а я беру вот этот, ну, как-то так, так, и 4 рулончика я взяла, делюксовскую туалетную бумагу. Я взяла, потому что тут 4 слоя. Вот, 4 рона. Роскошная мягкость и двухстороннее, как тут пишется, тиснение. Хорошая бумажечка. Вот такая вот. Вот. Я покупала там и 8 рулонов, которые 2 слоя. То есть разную. И из новинки сейчас я вам покажу вот такая вот лента декоративная. Я ее покупаю, она мне нужна для украшений всяких, короче, для рукоделия, для вязания она подойдет. Вот, для оформления букета, всяких композиций, 2 и 3 сантиметра, тут 5 метров. Вот такой вот желтый цвет, очень красивый, камера не передает, наверное, вот этот цвет. А, передает такой с золотинкой. Так. И купила зелененький, там еще одного цвета было, простите, по-моему, розовый, не помню. Точно так же. Все столько же сантиметров, столько же. Вот. Вот такая красота. И посмотрите, я всегда беру такие штучки, мыльнички. Посмотрите, какая мыльничка. Ну, просто сказка. Такая в морском стиле. Ну, красота. Вот, подарить кому-то. Ой, да просто прелесть. У меня 4 детей, мне есть кому дарить. И друзей столько, и вообще для себя даже вот так вот. В загородный дом, вот, и в ванну, в баню, вернее, у нас и баня есть, и ванна, 2 ванны, ванные комнаты и баня.
и летний вариант кухни. Да вообще куча, куда можно приспособить. Очень хорошая, мне понравилось, пусть будет. Затем мыло вот такое. Я всегда покупаю это мыло. Я могу и руки мыть, ни от него ничего не делается. Это новинка. Вот, я не покупала ее там, и вот там мыло я покупала всегда в Глобусе, в Твой дом, в Ашане, ну, короче, вот так. А тут тоже эта же женщина мне сказала, и вот это мыло возьмите, вот там они рядышком, вот эти, потом рядом это было. Для мытья рук, посуды, стирки белья и удаления пятен, хозяйственное мыло. Девчонки, я помню, моя мама вот этим мылом, она, короче, что-то постирает, и бабуся так, и выливала прямо в огород, где тыквы, где, то есть на растения. Я вот сейчас, как сейчас помню, помню, что мама говорила, что это полезно. Вот, вот так вот. Очень хорошее мыло. Есть такое еще дегтярное, я покупаю, в каком-то видео я показала, оно у меня заканчивается, скоро тоже буду покупать и покажу. Очень хорошее. Так, опа, баррикада моя сломалась. Ну, вот так поставлю. И упаковочку губок для посуды. Вот такой вот профиль. Мягкий слой, с деликат... Ну, не буду читать, все знают. Вот такой вот фирмы. Вот. И новенький такой шикарнейший органайзер. 4,5 литра. Мне он очень понравился. Там есть очень много таких. Это вот у меня синий, там есть розовый, желтый. Короче, разные есть. И вот он вот так вот закрывается. Это я купила для рукоделия. Оу! Одной рукой. Надо было мне треногу поставить. Ну ладно, ничего страшного. Вот так закрывается. Вот так. Видите, очень закрывает. 77 рублей, кстати, стоит. Закрывается очень хорошо. И я хочу еще себе купить. Обязательно куплю еще. Они мне очень понравились. Для организации хранения всяких штучек. Очень хороши, даже и для кухни. И та-дам, девочки, вот смотрите, какую красоту. И еще, естественно, я куплю такую красоту себе и в подарок. Это мойка-сушилка в раковину. Вот. Универсальная, такая пластиковая, новинка 2017 года. И вот видите, можно что делать, видите? Для круглых и квадратных моек 99 рублей. И посудка стечет, и все такое. Видите, какая красота? Очень мне она понравилась. Также есть там разного цвета они. Внизу такая вот ромашка. Я так еще померила, поставила. Ну, сейчас вот буду ее мыть, отлеплю. И еще раз полюбуюсь ей над раковиной. Хочу купить себе в загородный дом такую и в подарок. Тоже разного цвета есть. Вот. Так что вот так. Вот такие покупочки. Немало, немного. Я хочу сказать, приличненько так вот я сходила. Просто ненужные вещи никогда я не покупаю. Вот. Чтобы захламляли дома все. Хотя у меня есть куда, опять-таки говорю, все. Я другой раз куплю себе, типа, потом раз, хочется сделать приятное кому-нибудь из гостей или куда-то пойти в гости и подарить. То есть даже вот с такой вот штучкой пойти просто вечером даже вот на чай, друзья, приглашаю другой раз пойти и подружке подарить вот такой вот рулончик. Вообще красота. Презентик такой, знаете, как здорово. Знаете, как приятно всем. Вот попробуйте, сделайте вот такой вот подарочек. Это просто прелесть. Мне очень это все... как бы нравится. Так что не факт, что они у меня останутся, не факт, что это. То есть я буду каждый раз ходить, покупать что-то и дарить. Это очень здорово. Впереди еще Новый год, праздники. Вот. Вот такие покупочки я сделала. Покупочки у меня, по-моему, обошлись в 650 рублей. Почему-то я запомнила, кстати, да. Я не люблю ценник. Вообще я не люблю делать этот обзорчик, но делаю для девчулек, которые просят, мои хорошие. Я ради вас стараюсь. А так вообще я не люблю. Это и из моих плейлистов это один из... самых нелюбимых мною. В общем, вот так. И еще хочу вам сказать, что я дезодоранты перестала пользоваться дезодорантами обычными. Последний раз была у врача, и он мне, конечно, сказал этого не делать. Это, видите, не гидрит, рецепт. Изба, так. Избавление от повышенной потливости ладоней, стоп и подмышек. Значит, так, ну здесь
заменяет дезодорант. Ну, короче, написано, не буду вам читать, время занимать. Заменяет дезодорант, идеально избавляет от неприятного запаха и все такое. Это вещь натуральная. Вот. Поэтому вот он мне посоветовал. Наружная, видите, какая коробочка. Это вы можете купить в аптеке. Это не в фикс-прайсе. И это, он, по-моему, этот дезодорант стоит... Боже, дай мне память. По-моему, 280 рублей Артемка мне купил вчера. Сейчас я вам... Потому что мне нельзя уже. У меня вообще на химию аллергия. И вот все, что этого касается, я стараюсь не мазаться, не брызгаться. И такая крем-гель для ног, рук и подмышек. Не гидрит. Вот. И он еще назвал несколько видов. Артем увидел, по-моему, в Ашане или Глобусе где-то увидел. Там они по 600 рублей, тоже очень хорошие. Девочки, знаете, как пахнет? Таким вот нежным-нежным, тонкий такой, ну, знаете, вот не вонючий такой, ну, просто я не могу вам передать, короче. Я просто, мне хотелось даже уже на ночь намазаться. Так забавно, так нежненько, так пахнет. И вот такая вот баночка, так, сколько она, девчонки? Объем 50 миллиграмм. Но его много не нужно. Купите и посмотрите, тут есть способ применения, наносить небольшое количество гель-крема на чистую сухую кожу, ступней, ладони, подмышек, 1-2 раза в день, по мере необходимости, вот, противопоказаний вообще нет. Вот. Вот здесь можно почитать. Специальное средство при гиперпотливости способствует снижению избыточного влажности в составе геля крахмал, тапиоки, значит, который абсорбирует избыточный пот и устраняет ощущение дискомфорта, а фарнизол, выделенный из эфирных масел, обладает бактериостатическим действием, то есть замедляет размножение микрофлоры, приводящей к неприятному запаху. То есть вот так. Вот такая. Гель-нитрит является прекрасным помощником при повышении потливости ладони, руки, стоп и подмышек, при этом, что очень важно, способствует стойкому решению этой проблемы. Короче, вот так вот. Но, опять-таки, обязательно еще тот другой куплю. Тоже пахнет нежненько, а тот 600 рублей стоит, он чисто для подмышек. А тут, видите, и такой мне муж купил, потому что брызгать, сколько бы я ни покупала дезодорантов, и даже дорогих всяких для ног, в обуви я обязательно это тоже делаю, то они мне не подходят. Вот. И вот теперь мое решение. Красота. И подмышек тоже. Это, повторюсь, не в фикс-прайсе, а то будете меня спрашивать. Что ж, мои хорошие, на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам, как всегда, всего самого доброго, самого хорошего. Удачи вам, мои дорогие. Пусть будет у вас прекрасное осеннее настроение. Бегите в фикс-прайс, там новинок много. Может быть, то, что не купила я, вам понадобится. Хотя я много чего бы еще купила, но у нас сейчас ремонт, покупка мебели. И поэтому я себя ограничиваю, здравомыслящий. Такой вот становлюсь человек, когда прихожу туда сейчас в последнее время. Вот, следующий, значит, обзор вас ждет. Покупка пряжи. Вот, значит, еще я вам луковичные не показала, у меня там прилично. И еще будет обязательно мы снимем. Нам пришел еще очередной подарок, говорю, одна очередная покупка, которую мы купили. Помните, комод мы покупали на этой фабрике. Мы еще купили одну вещицу для спальни и будем вам его показывать, сделаем обзор. Ну что ж, мои дорогие, пока-пока. Как всегда, вы были в гостях у Елены. Я вас очень люблю, мои дорогие. И рада, что вы у меня есть, для которых я могу трудиться. Пока-пока.